Всем привет! Сейчас я вам покажу транспортировочный чехол для одного из самых популярных гидроциклов на российском рынке. Это BRP Spark. Чехлы есть как для двухместной, так и для трехместной версии. Чехол упаковывается вот в такую вот удобную сумку с ручкой и на молнии. Сумка занимает мало места, и в нее легко убирается чехол. Чехол пошит из плотной водонепроницаемой ткани, имеет анатомическую посадку на гидроцикле. Есть светоотражающий кан, который делает чехол более заметным в темное время суток. Есть молния для заправочной горловины при перевозке на прицепе. Очень удобно, не нужно расчехлять. Есть молния для крепления, вентиляционный клапан для отведения излишних испарений. Еще в комплекте идут, помимо четырех вот этих ремней, которые притягивают к прицепу чехол, вот есть еще один ремень, который прокидывается вокруг гидроцикла в районе сидения, да, так сказать, и притягивает чехол во время транспортировки для избежания лишних трепыханий. В нашем ассортименте также присутствуют чехлы для гидроциклов других производителей, это для Yamaha, для Kawasaki там, и так далее, которые продаются на российском рынке. Покупайте наши чехлы, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!